Особенно важно, что вы настолько продолжаете дело основателей хора, и в наше непростое время сохраняете лучшие традиции русского народа и искусства. Мы всегда радуемся вашим успехам и желаем также совместить крепче связи с нами. Пусть новый этап истории хора станет ярким и радостным, наполненным творческих достижений и удачи. Надеемся на новые встречи в нашем общем проекте. Александр Невский, хоровой собор. Любви вам, Божьей благодати, многое это. Камерный хор Шереметьевского центра, художественный руководитель и дирижер, профессор Евгений Николаевич Бобров. Есть музыка, которая не подвластна времени, не связана с годами ни красота ее формы, ни глубина содержания, и также не устаревает любовь к ней. Следующее произведение в репертуаре хора более 15 лет, а участница хора, исполняющая соло в этом произведении, воистину самая преданная из всех хористов. Она поет в коллективе более 20 лет. Сегодня она, сохраняя, передает свою любовь к творческую энергию новому поколению. Павел Чесноков, Ангел Копияжа, солисты Алена Тумашова, Полина Чертищева. Thank you.
Нижегородскую консерваторию. Наш репетитор является постоянным участником хорового фестиваля имени Силукина, организатором которого является Нижегородская консерватория. Поэтому следующее слово мы предоставляем заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, профессору, заведующему кафедрой хорового дирижирования Нижегородской государственной консерватории имени Глинки Виктору Алексеевичу Куржавскому. Сергей Рахманинов, Богородица Дева, радуйся. Дирижер Александр Костров. Thank you.
задержавшись после конкурсового выступления в зрительном зале, был поражен великой музыкой. Ее исполнял коллектив из Австрии. Дирижер, оказавшийся автором произведения, с удовольствием подарил нам партитуру. Несмотря на необычные и сложные гармонии, ребята с большим удовольствием взялись за озвучивание этого произведения. В кратчайшие сроки оно уже было представлено на суд слушателю, а премьерное исполнение одобрил сам автор. «О Мария, Мария Сестерна, обращение к Марии Морской, звезде моря, покровительство всех, кто путешествует, дающий надежду, как путеводная звезда». По сей день «О Мария, Морская звезда» остается любимым произведением многих хористов. Андреас Гассе, «О Мария, Мария Сестерна». Thank you.
Георгия Свиридова. Наш круг принимал участие в этом концерте, вспомнив две кантаты этого композитора «Русские песни» и «Снег идет». Для нас это событие стало не только значимым творческим опытом, но и возвращением к своей истории, ведь «Русские песни» уже исполнялись в форме университета, но более 35 лет назад. Георгий Свиридов, «Русские песни», номера 4 и 5, солистка Анна Камышкова. Моё горе горит, только на мой.
театра. Одно из них особенное для нашего хора – музыка без слов. Так оно называется, всего год в нашем репертуаре уже сумело покорить сердца не только российских слушателей, но и иностранных читателей хорового пения, прозвучав во всемирной хоровой олимпиаде в Китае. Произведение, написанное Сергеем Тиграном в память о ушедшем друге. Слушая его, пусть каждый из нас вспомнит тех песен, кого сегодня нет рядом с нами. А мы посвящаем его памяти Владимира Моисеевича Тюменко, бессменного руководителя нашего коллектива на протяжении 35 лет. Сергей Тиграном. Музыка без слов. Thank you.
цифровой школы «Жаворонок», лауреату премии Нижнего Новгорода Анатолию Алексеевичу Ежову. Анатолий Алексеевич не только коллега, но и друг Владимир Алексеевич Кузьменко, постоянный член творческой комиссии фестиваля «Молодые голоса», а его ученики, окончившие «Жаворонок», осваивая различные специальности в университете, почти всегда продолжают заниматься творчеством в нашем коллективе. Прошу. Так, у меня голос поставленный, поэтому я без микрофона. Действительно, нас очень много связей дружеских, человеческих с этим коллективом, прекрасным коллективом. У меня нет границ восторга. Я все время восхищаюсь, когда смотрю на этот коллектив. Во всех отношениях он прекрасен. Ну, я сейчас выступаю от имени хоровой школы «Жаворонок». Это не случайно, потому что наши коллективы, родственные коллективы, понимаете, мы родные. Вот здесь человек 10 я начитал, как они поступают в университет. Они сразу идут не в какие-то аудитории, а сразу идут в концертный зал, чтобы петь в этом прекрасном хоре. Вот. Это одна связь. Другая связь, «Жаворонок» представляет, это один из хоровых коллективов, которые поют в сводном хоре знаменитого, известного во всей России и за рубежом хора Нижегородских соловушек. Такой проходит у нас фестиваль в течение уже 20 лет. И этот хор насчитывает более 2500 человек. Такой огромный хор у нас есть в нашем городе, и мы гордимся этим. Университет и этот хор, руководитель его, возглавляет другой фестиваль, не менее прекрасный. В том году я был на этом концерте, в этом зале и смотрел, он был международным фестивалем. Это потрясающий был концерт, здесь были великолепные коллективы. И наш коллектив прекрасно себя показал в числе тех знаменитых коллективов. Вот это другое направление очень важное. То есть детские хоровые коллективы передают прекрасные традиции уже студентам. И я просто хочу пожелать нашему городу, чтобы в нашем городе появились учебных средних заведений во всех институтах. Когда-то было это, когда почти во всех институтах были молодежные хоровые коллективы. Вот эта связь, это самое главное, то есть сохранение традиций, закрепление. Это очень важно для музыкально-эстетического воспитания подрастающих поколений. Ну и хочу еще раз поздравить праздником и пожелать вам дальнейших успехов. Ура! Антонио Скандели, бонсор Мадонна, дирижирует Нина Соловьева. Bonzo, 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 bon
Русская народная песня «Ах, весенний». Обработка Павла Плакса. Солисты Мария Салеева и Константин Мартьянов. Thank you.
writers start to sing, la-di-da, ho-ho-ho. Now you're singing with a swing, sing, 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 sing. Everybody start to sing, la-di-da, ho-ho-ho. Now you're singing with a swing, and when the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know, oh, baby, ho, ho, ho. Sing, 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 sing. Everybody start to sing, la-di-da, ho, ho. Now you're singing with a swing. Oh, yeah, yeah, yeah. Стрелки назад, слезы в глазах, дорога домой против ветра. Часы, я скоро вернусь. В сердце моем наша семья. Вы это все, что есть у меня. Даже если мы сейчас не вместе, все равно мы рядом. На груди твой крестик. Мы вместе, мы вместе.
Thank you.
мексиканская народная песня в обработке Константина Белоногова «Кукарача», что переводит на русский язык, очень просто. Таракан. Thank you.
снег идет, прозвучавшее в исполнении женского хора 16 декабря в зале Нижегородской филармонии. А сегодня я очень хотел бы вспомнить первую зимнюю номер из этой кантаты, поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Георгий Свиридов, на стихи Бориса Пастернака. Снег идет. Oh.
Thank you.
деревом глубинной души, больно раскинувшейся на берегу реки. Теперь ты можешь сказать, здесь покоится прекрасная песня. Со свистящим и колючим ветром на равнины и торопливо спускаются звезды фиолетовые сумерки. Ночь, как усталая кобыла, трясет кривый черный хвостом дрыщет колени. И в ее молчании твое духовное сердце наполняется благоговением. Антонио Эстерес, слова Альберто Корреано, венесуэльская песня «Мата де Анима Соло», солист Илья Лукьяненко. Mata de l'anima sola,
Ольга Валерьевна тоже в студенческие годы пела в нашем хоре. Парафраз на две русские темы. У меня два садочки. Переложение для хора Владимира Кузьменко. Дирижер Александр Костров. Thank you.
Верди, русский текст Алиманова. Ты прекрасна, о родина наша. Хор из оперы Нововодоноса. Дирижер Нина Соловьева. Спрашиваю, что для вас это танец значит?
Честно говоря, могу сказать, что хорошо сохранились. Я всегда хорошо сохранилась. Для меня я не так много ищу в примитиве руководителя, поэтому что для меня значит? Для меня это второй юбилей. Вся история, вот первый юбилей, который провели, вот здесь у вас в картинах есть. 55 лет это первый юбилей, когда я стала здесь, и его отпраздновали за 52 года, мечтала 2005 года. Это второй юбилей. Для меня главное то, что в истории коллектива только в 60-х, 70-х годах численный состав хора был 20 человек. Сейчас у нас 90 человек состава. И все это не случайные люди, не случайные люди, я вас уверяю. Каждый из них личность. Эта личность приходит иногда на первый курс, какая-то она не глазами, у нас есть все ученики, которые еще, так сказать, волнуются и все не очень артистичные, как он любит, они научатся. Потом, когда личность раскрывается, ты смотришь, какой человек пришел и какой он сейчас на сцене. Я благодарю всех родителей, присутствующих без харистов, за то, что у вас такие есть. У нас такие есть. Спасибо вам большое за это. Я вас очень люблю. Спасибо вам за ваше внимание. Я очень надеюсь, что наша хорошая история, как называется сегодня наш концерт, вам понравилась с наступающим Новым годом. И как было сегодня в одном фильме показано, мне хотелось бы пожелать нам быть вместе. Там было сказано, мы вместе, вот сегодня мы вместе, дай Бог, чтобы мы были вместе на все дальнейшие годы. Спасибо. Согласно правилам, есть минуты, когда пожелания, выраженные вслух, исполняются. Хочется думать, что это первые минуты Нового года, когда мы смотрим в будущее с взаимной надеждой и желанием. Пусть кролик Новый год подарит много счастья. Пусть сердца всегда будут согреты любовью, а в вашем доме царит мир, благополучие и понимание. С Новым годом, с новым счастьем! Заканчиваем наш концерт старинной студенческой песни по продукту свежего. Проведете, друзья, эту ночь веселей. На сцене народный коллектив России, лауреат российских и международных конкурсов и фестивалей, академический хор Нижегородского государственного университета, Теда имени Николая Ивановича Лобачевского, концертмейстер Сергей Корев, хормейстеры Александр Костров, Нина Соловьева, Олег Китаев, художественный руководитель и дирижер лауреат премии Нижнего Новгорода Лариса Ерыгалова. Yeah.